не поставили, да? Друзья, ну вот сейчас мы с вами въезжаем в Инкерман. Здесь железная дорога. Рядом идет. Ну, едем смотреть пещерный монастырь Свято-Климентовский. Добрый день, друзья! С вами канал Дневник коренного крымчанина. Я в Севастополе, возле Климентовского монастыря. Сейчас зайдем, посмотрим много интересного. Ну все по порядку, идем, смотрим. А если вы приезжаете в шортах и нет у вас косыночки для женщин, то здесь можно взять. Экскурсии проводят монастырские экскурсоводы. Это вход в монастырь. По этой лестнице идем в обитель. Храм – это святое место, место для молитвы и особого присутствия Божьего. Внешний вид входящего в храм человека, являясь естественным продолжением внутреннего мира, должен быть невызывающим и скромным. Женщины не должны ходить в храм в брюках, шортах, мини-юбках и должны быть с покрытой головой. Мужчины должны при входе в храм снять головные уборы. Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь расположен в городе Инкерман. Практически на окраине Севастополя добраться до Инкерманского пещерного монастыря проще всего по Симферопольскому шоссе. Он находится у самой речки Черная. Есть соответствующие указатели. Мы свой транспорт поставили на муниципальной стоянке. В 1850 году началось воздвижение Инкерманского пещерного монастыря. Было выстроено несколько храмов, обустроены кельи, сделан красивый внутренний дворик. Обустройством храма занимался художник-архитектор Струков. Он по-новому украсил храм. Церковная лавка. Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь. Одна из самых древних святынь Крымского полуострова. Первые молебны проходили в пещерах монастыря уже в 92 году нашей эры. Проводил богослужение 4-й папа римский Климент, высланный из Рима на крымские каменоломни. Дни обороны Севастополя, 41-42 год, здесь находился штаб 25-й Чапаевской дивизии.
святая вода. Наследие святого Климента Римского. Севастопольская региональная общественная организация. Престольные праздники обители. Экспозиция у древних стен монастыря. Пещерные храмы святого священномученика Климента, святого апостола Андрея Первозванного, святителя Мартина Исповедника. Обители много веков. Мы были такими, как вы. Вы будете такими, как мы. Костница. Архимандрит Августин Половецкий. Храм Святой Троицы сейчас идет в богослужение, и здесь находится частица мощей святого Климента. Thank you.
А наверху это старинная крепость Каламита. Олеандр цветет. Еще один храм. Храм святого великомученика, целителя Пантелеймона. Вот это Нектарий Генцев. Это греческий святой. Мира из головы святого Пантелеймона. Святого Афона. Все, ребят, тут красота, конечно. И вот там вырублены в скалах кельи. Такие выработки. Пруд и живут карпики, кои. Кувшинки. Памятник святому Клименту на территории монастыря. Сейчас жара спала. О, дышится легче.
Сейчас 6 часов вечера. Здесь захоронение. Источник. Но, к сожалению, дебет практически нет, а можно сказать, вообще нет. Добрый день. Ребят, скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Ростов-на-Дону. И где остановились? У родителей. Ох, так у вас бюджетный так получился отдых, да? Очень бюджетный. Хорошо, но это такое намоленное место мы с вами посетили, да? Нет. Великолепие просто. Великолепное, невероятное. Спасибо. У меня канал «Дневник коренного крымчанина» на YouTube. Это мы до дома доедем, у нас специальный... На камеру. YouTube, да, значит? Да, YouTube канал «Дневник коренного крымчанина». Ребята подписываются на канал. Конечно. А, есть прям в топе. Друзья, посетили с вами Свято-Климентовский монастырь. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем оставлять свои комментарии. Еще будет много интересного. Также подписывайтесь на мой телеграм и дзен. Пока-пока, еще увидимся.